После правильной подготовки и посадки рассады наступает процесс роста и развития растения. И именно в этот момент возникают такие риски, как различные заболевания и вредители. Для того, чтобы укрепить иммунитет и защитные свойства растений, им необходим качественный и своевременный уход. Без этого важного этапа рассада может просто погибнуть. Как и чем бороться с вредителями и с возможными заболеваниями, не нанося ущерб самим растениям? Давайте разбираться вместе. Одним из опасных факторов является выпревание. Оно происходит, если вы не успели вовремя снять пленку с рассады. Если вы видите, что семена не взошли, а те ростки, что взошли, начинают гнить, вам срочно нужно исправлять ситуацию. Вам обязательно нужно уменьшить количество полива рассады и регулярно контролировать температурный режим. Также вы можете столкнуться с корневой гнилью. Чаще всего данная болезнь встречается при посадке огурцов. Если вы увидели на корневой шейке серый налет, а стебель истощен, то скорее всего вы столкнулись именно с корневой гнилью. Причиной данного заболевания является возбудитель, который вы могли занести еще при посадке. Также болезнь может проявиться при неправильной пикировке, плохом освещении или повышенной влажности. При обнаружении корневой гнили необходимо удалить больные растения вместе с почвой, на которой они росли. Оставшуюся рассаду и почву рекомендуется обрабатывать раствором фундазола или здоровой земли. Если вовремя предпринять все необходимые меры, то есть все шансы спасти вашу рассаду.